Всем привет, дорогие друзья, это канал Game World, с вами Артём, и мы продолжаем прохождение игры Голиаф. Так, и сейчас нам надо проникнуть в логово. В логово к монстрам. Кому-то, кто ворует у крыс ягоды и с фермы. Вот, сейчас мы посмотрим, кто же это. Ну, я в этом логове уже был. О, тихо. Чё это? А, все. Да, я был уже в этом логове. Так, давайте посмотрим карту сразу же. Вот. Так, и крысы. Здесь вот есть крысы. Так, ну пауки, понятно. Так, здесь вот крысы есть. Давайте к ним сбегаем заодно. Посмотрим. О, кустики. Точно, здесь еще и пауки. Давай, давай. А то эти сейчас, сволочи, 21 уровень начнут тут на нас. Оу, я забыл, взрывающиеся пауки. Да, точно. Так, здесь пустой сундук. И немножко кристаллов. Здесь два пустых сундука даже. Ой-ой-ой. Давай-давай-давай. Хитрые гады. Во, подожгли. Ну-ка. Тихо, сейчас взорвется. Надо быть аккуратнее. Потому что эти гады. Так, тут даже три сундука. А, пройти по следу. Блин, а я что-то бегаю. Так, о, ах ты. Уходили, я убью тебя. Сам напросился. Точно, здесь же крысы. Они воруют. Ну, короче, как я понял, свои у своих. Так, надо, в общем, дальше идти по следу. Так, стоп, что-то подлагивает. Надо быстрее вынести. Ой-ой-ой. Так, пошли. Так, стоп, у нас есть... Другой Голиаф. Да, чё это я? Напрягаюсь вообще по этому поводу. У нас есть другой Голиаф для этого. Вот и все. Пошли дальше. Так, берем огненного, потому что нам надо... Эй, чё это? Так. Потому что нам надо быстрее бежать. Так, куда нам дальше? Оу. Так. Путь перекрыт прочной деревянной дверью. Пнуть ее со всей силы. Не-а. Ай, моя нога, дверь слишком тяжелая, мне нужен ключ. Ой-ой. А, вот и ключ. Да? Ты же сейчас дашь мне ключ? О, вовремя осмотр... Ага, все, мы нашли ключ. Так, пошли. Стоять. Ага, найти ключ. То есть мы не нашли ключ. А я думал, мы осмотрели эту крысу и нашли ключ. Ага, значит, ключ где-то здесь. Берем огненного и устраиваем хаос. Давай, давай, давай. Так, тихо. Второй раз ледяным теперь. Блин, опять он исчез, сволочь. Ладно, давай. Теперь-то ты не исчезнешь. Не успеет. Так, тут мы все обыскали уже, поэтому... В смысле, монетки? Хм. А я не помню, чтобы тут были монетки. А, мы ключ нашли. А я не помню, чтобы там были монетки. А, там стоял сундук, который мы не могли открыть до этого пока. Так, использовать ключ, естественно.
Ой-ой-ой. Так, тихо. Так, давайте сразу же переоборудование. Ой-ой-ой. Так. Так, давайте быстренько следующий. Просто они взрываются, как я помню. Воу. Да. Ой, чего? Как так-то? Как он взорвался? А из-за чего? Непонятно. Так, ну тут мы все забрали. А, вот из-за чего. Так, тихо. Давай, давай, уходи, уходи, уходи. Опа. Давай. Так, дальше. Во, сейчас мы вам устроим тут хаос на земле. Так, да, ай-яй-яй. Есть, повезло. Так, давайте, следующий. Все, вроде как. Фу. Дают же они нам, скажем так, напрячься. Блин, не видно же ничего. Так, что в сундуках? О, в сундуках что-то есть. А, ну да, мы же в эту зону еще не заходили. Забираем все так. Разобраться с ворами. А, мы еще даже с ворами не разобрались. Так, просто пауков валим. Ой-ой-ой. Так, стоп. Мина. 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 О, замечательно. Привет, грабитель. Так, ты входишь в комнату. Первое, что ты видишь, светящиеся рога и связанный пустой бутылок. Ха! Ты слышишь шум, то есть ты все же даст... Ага, ясно. Короче, я не буду это читать. Мне нечего тебе сказать, возможно, позже. Выбраться из подземелья. Ну, давайте его обворуем сначала. Да, я смотрю, они тут вон обворовывают их хорошенько. Так. О, ящик со взрывчаткой. Стоп. Давайте-ка посмотрим, что в нем. Так, ну тут вроде все. Теперь осталось только выбраться из подземелья. Но мы можем с помощью... Ага, фигас 2. С помощью Z мы отсюда не выберемся. С помощью телепорта. Так, а я еще и не туда бегу. Так, как нам отсюда выбраться? А, вот дверка. По воде, правда, пришлось пробежать. Но не страшно. Так, где здесь выход-то? Что-то мы какие-то кругаля тут делаем, а выхода так и не видно. А, вот, лапа. Значит, выход где-то здесь. Да, вот он. Слава богу. Сейчас нам надо вернуться к крысам, рассказать им, что мы нашли. О, тихо. Да. Рассказать им, что мы нашли. И получить за это, естественно, награду. Куда же без этого, да? Так, только как нам тут пройти? Да, я тут вон немножко не на запись подобывал всего. По чуть-чуть. Ну, деревьев, камней там. О, кстати. Привет. Во, давайте-ка. Ой, как FPS-то глючит. Так, ну мы можем выбрать Голиафа огненного и просто устроить хаос. И забрать здесь кучу монет. Естественно, кучу монет. Кучу дерева. Кучу всего. Да, конечно, опыта не так много, но ведь главное не опыт в данный момент.
Так, у нас здесь есть задание, телепорт и так далее. Давайте посмотрим, что у нас для открывания. Значит, 25 уровень нам нужен, чтобы лабораторию 4 сделать и деревянные шестерни. Вот я не знаю, где их взять. Вот в чем проблема, потому что крафтить как бы я их не умею. Да. Давайте создадим немножко каучука и немножко вот этого сверхпрочных материалов. Так. Ну, надо, во-первых, посмотреть в лабораторию. Да, слитки создать, потому что у нас нету места, что куда-то класть. Да, здесь появились второго уровня это масло скорости, урон ближнего боя, урон дальних атак. Да. Но это нам пока не нужно. О, кстати, морозящий электронный энергоблок. Хм. А я не умею делать энергоблоки, да? Ну, в оружии тут только оружие для каменных, вон, деревянных и, вон, железных. Гарпун. Хм, нифига себе. До железного я не доходил еще, но... Лагерь. В лагере мы ничего создать такого не можем нужного для нас. Поэтому давайте-ка посмотрим, что мы можем скинуть пока что. Так, у нас есть, во-первых, вот это. Так, динамитные шашки. Пока что нам не нужны. Ветки давайте скинем. Дерево у нас впритык. Дальше, что тут? Вот, морозные кристаллы. Вот это. Так, о, они уже в сотку дали. Ладно, тогда заберем ягоды. Давайте отсортируем все, посмотрим, может у нас еще что есть. Что сюда можно скинуть? Так, ну кости, когти, зубы нет. Топливо, топливо, ага, вот топливо есть. Ну, в принципе, все. Так, тут мы сюда можем вот это скинуть. Железные слитки. Это у нас по сотке. Уголь у нас угля. Угля у нас нету. Угу. Тут мы... А, стоп, подождите, резинки, вот. Резинки можем скинуть. Это резинки, да? А, это ремни. А я резинками их называю. Так, и здесь у нас... Ага, здесь у нас тоже, кстати, 100 ремней. Здесь у нас рога. Ой, этого уже тоже хитина много. Ладно, скинем... О, у нас 45 динамита здесь. Нифига себе. Вот, блин, сундуков мало, если честно. Так, тихо. Да ё-моё, хватит тебе лазить везде, где не надо. Так, камень сюда скинем. Вот это. Вот это можем сюда скинуть. Пока что. Давайте отсортируем все. Так, что еще мы можем сюда скинуть? Мы можем сюда скинуть... вот это вот куда скинуть? Где-то вот у нас была вот эта вот фигня, слизь. А вот где, я не помню. Так, что мы еще интересного нашли? Ну, это лечилки. Яды, это... Это что такое? А, рога, это... Подождите. Трухлявые старые рога, покрашены светящейся краской. А, их сдать надо. Точно, мы же это как задание взяли. Так, вот это вот можно скинуть. И вроде как все, да? А, у нас Голиаф один сломался. Пошли починим. Так, да, починить одного Голиафа. Подождите, давайте посмотрим по созданию. Ну да, придется таким чинить, потому что как бы... Другого у нас нету. Так, давайте-ка дадим ему оружие его. Так, 49 урона, 44, 49... И все, а топор у нас пока девать некуда. Но мы его в костер закинем. У нас, смотрите, в костре есть место, да? А он не сгорит. И хитин можно сюда закинуть. Да и паутину тоже, она не горит. 60 кристаллов, я уверен, что они не загорятся. Но это у нас, само собой, сразу же сгорит. Яд... Стоп, подождите, яд мы заберем. Яд у нас вроде как лежал вот здесь. Да, 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 я же помню, что яд где-то лежал. Все, сортируем. И поехали, да? Ну, нормально, если что, что-то выложим. А, ягоды можно выложить, да, они вроде тоже не горят. Да, ягоды не горят, горят грибы. Так, ой, так, не то. Одеваемся, ой, одеваемся и побежали. Давайте. Ты что делаешь-то, идиот? Ты тут тоже... А, нет, не ту кнопку нажимаю. Хотел нажать В, а нажал не то. Так, крысам надо, да, дойти в лагерь. Сказать, что так и так, мы там типа справились с вашей проблемой, вернули ваши рога. Привет. Так, поразительно, ты решил нашу проблему. Немного
дедукции, дело в шляпе. Получи награду, друг, и приходи еще. Возможно, у меня будет другая работа для тебя. Хорошо, я загляну, если что. Все, мы получили... Охота на монстров завершена. Ну, заданий у него пока что нету. Так, стоп. Че у нас так жестко? А, это автосохранение. Так, тайное оружие. Поговорить с бандитом. Нет, подождите. Нам надо заслужить доверие. Сталкерс. Найди пропавшего сталкера. Вот, 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 вот. Вот это вот. Пошли. Пропавший сталкер. Пошли за сталкером. Вон, дали. Я не посмотрел. Может, у нас какое-то оружие или еще... Ну, или просто хотя бы денег. Хотя деньги тут не сильно шибко-то и важны, если честно. Но мне они вот прям... Сортировка. Да вроде нет. Мне они прям не сильно такие пригодились. Вот 22 уровень у нас, да? О, вот эта хрень спит. Но мы можем ее убить вот этим. Спокойно причем. Да, они убиваются на раз. Ну, шкуры, это, конечно, хорошо. Все, замечательно. Кремний получили. А, сталкеры, это те ребята, которые находятся... Ну, мы видели уже их, когда спасали наших ребят из огня. Так, кстати, я там руду вижу. О, привет, чувак. Да, вот руда. Заберем ее. Чувак, не трожь меня, я невкусный. Да ё-моё. Ты чё, такой неугомонный-то, а? Тебя давно не били, что ли? Бесполезный, блин. Так, мы набрали еще руды немножко. А, это все големы, я думал, это крыса. Так, ладно, пошли. Не будем пока внимание на големов обращать, они все равно медленные, бесполезные. Ну, вот этого, правда, придется завалить. Да, он, конечно, медленный, бесполезный. Но он не мешает. Так, как к этим крысам попасть? Там вон какая... Ох, ё-моё. Привет. Так, ну-ка, давай. Все сюда. Самое классное, что он... Ой, подождите. А, ледяной голем. Все, я понял, почему мы подыхали им. Потому что он в пустыне не выживет. Да, точно. Я думаю, что он помирает-то все время у нас. А он у нас в пустыне не выживет. Он только в ледяном биоме сможет спокойно тащить. Так. Я думаю, что он все время это, что-то с ним случается. А он, оказывается, просто от жары тает. Ха, блин. Да. Так, кто там? Я так хочу пить, и я не могу двигаться. Моя рука в ловушке. Ты Скрекс, блин. Надежный, меня твой друг послал, чтобы тебя разыскать. Друзья, какие друзья? Наверное, это старый Скапс-старьевщик. Он завидует мне и всегда хочет знать, где я на случай... По правде говоря, я главный босс крыс. Я здесь просто потому, что никто из моих подручных ничего... Ничего доверить нельзя, все, наверное, делать самому. В общем, продолжить. Так, я тут исследовал различные есть нормальные добычи, но тут все просто разваливается. Так что меня малость придавило этим обвалом. А давай все взорвем. А, взрывчаткой разнесем. А, у меня тут есть просто с моей стороны. Взрывать как-то страшновато, а тебе... Ее просунуть, а ты там аккуратненько подорвешь. Только чтобы у меня ничего не... Не поотрывало, блин. Так, пренебрежность... Давай все сюда. Так.
У меня нет ничего для тебя сейчас. Мина. Давайте-ка поставим ее. Да, ее надо поставить, короче, на один. Да ё-моё, ты что делаешь-то? Оу! Крыса, ты свободна, а я украду у тебя все. Так, у него тут военные ящики. О, та-та-та-та, мины. Замечательно, и ремни, и мины, и все. Каменный валун даже есть. Давайте с крысы. А, зато крысы надо бежать теперь. Ни хрена себе он быстрый. А, динамит мы нашли. Или он просто бежит. Нам просто на базу надо. А, поговорить со старьевщиком, да. Нам просто надо к старьевщику сейчас переместиться и все. После того, как мы освободили главаря крыс. Да, кстати, вот видите, здесь еще три локации. Вот я не понимаю, почему они не открыты. Вроде 4 локации, в которых есть несколько планет. Точнее, мест, в которых есть несколько кусков планеты, как я понимаю. Так, отрезанная равнина. Блин, что-то FPS как-то жестко. Начинает тут все жестко подглюкивать. Так, все, мы подходим к старьевщику. Привет. Так, и так, кажется, ты освободил Скреска Ненадежного. Как главный босс всех крыс, я это одобряю. А как старьевщик, я очень зол. Он не принес мне добычу, и даже то, что он умеет... То, что у меня стырил, потому что у него уже их кое-кто украл. Ты. А еще он сказал, что ты... что он главный босс, а ты просто завидуешь. Это... Что это такое, правда? Грррр. Но это очевидная ложь. Прекрасно, прекрасно. Ты справился с моим заданием. Утверждаю это как бесспорный лидер крыс мафии. Хорошо, босс. Для меня еще есть что-нибудь? О, мы тут нашли... А, улучшение. Морозная пушка. Так, мы тут нашли сломанный человеческий транспорт в снегах, а у людей всегда самый лучший мусор. Ага, ясно. Так, спасибо. Короче, так, особенно мне интересно оранжевые микросхемы, которые ты найдешь в обломках. Короче, найти... ясно. Короче, он просит нас найти ему микросхемы оранжевых. Кстати, деревянная пушка льда. Это вышибает 26, это 30 урон. Ну, естественно, мы будем 30 урона. Я просто решил не бегать. О, вот они мои прекрасные, а. Я на вас просто не налюбуюсь. Так, стоп. Давай, давай, давай. Да, я знаю, что вы сильные и все такое. Но это не помешает мне вас всех убить. Куда пошли-то, Спасибо, на базу меня. Давай, 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 давай. Блин, да вы чё? Как так-то, а? Так, давай. Во, добивай их. Так, тихо. Да ё-моё, куда ты уходишь-то? А ну, сдохни.
Привет. Давай, иди сюда, иди, иди. О, ты на моей базе. Спасибо, что подошел так близко. А я сейчас его размотаю быстро. Давай. Рога, монетки, шкуры. Это нам все надо. Ну и плюс здесь куча монеток. Так, все, перейти на помощь отряду рейдеров. Отряд рейдеров у нас в пустыне. Рейдеры, рейдеры, рейдеры. А, все, 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 помню. Голиафом здесь не погоняешь. Я помню отряд рейдеров. Они там вообще... Ну, я помню, их там вроде трое или четыре крысы, которые просто стоят в пустыне в окружении. Ну, на своей базе, одним словом. Так. Прежде чем идти, надо скинуть все лишнее. Так, во-первых, динамит. Рога мы здесь не скинем. Так, руда у нас есть. У нас есть руда. А где она? Нет, стоп, лаборатория. Руда, да-да-да-да-да. Вот, создаем еще немножко руды. Так, давайте-ка ее скинем. Вот, замечательно. Так, пока что уголь нам девать некуда. Камни нам тоже девать некуда. А, ну камни у нас вот здесь есть. Ну, да, немножко лишнее. Кремний. Кремний у нас вроде здесь лежал. Да, кремний у нас здесь. Здесь у нас рога. А, веточка. Веточка не тут. Все. А, нет, вот еще. И вот это. Замечательно, замечательно, идем. Так, ладно, пошли. Поможем рейдерам. Кстати, пальма. А, я думал, там что интереснее будет. Ой, эти ребята двое. Кстати, с ними можно разобраться, но мы долго не протянем, чтобы с ними разобраться в той форме, которой мне надо. Они от огня питаются, то есть они пополняют себе здоровье огнем. Вот, а так как у нас один монстр поджигает, а другой использует... Когда использует огненные снаряды, то это бессмысленно. Так, тихо. Что это за фигня? 58 уровень, ни хрена себе. А, понятно. Так, ну сундуки пока недоступны. Пойдемте поговорим с бандит. Да уж. Я не могу поверить. Это что, мираж? Неблагородные штабные крысы. И правда, послали нам помощь. Невероятно, что они позаботились о нас, мелких скау. Я не знаю, кто это. Хм. Я имею в виду обо мне, главном боссе всех крыс. Ваш босс послал меня разыскать вас, мистер главный босс. Слушай, мы можем целый день спорить о том, кто здесь босс, но мы здесь вообще-то умираем от жажды. И тут полно гнарков. Ты, наверное, уже встретил пару этих мерзких ящеров. Так, слушай, мы вымотаны по предам. Короче, так, у него нет заданий. Пустынная фляга. Найти воду. А, налить. А, стоп, подождите. Я ж колодец здесь видел. Налить воду во флягу. Я помню, где-то здесь колодец. Заберем камень, пригодится. Тут вообще все ресурсы пригодятся. То есть, ну, тут нет тех ресурсов, которые вам не пригодятся. Даже если вы думаете, что это вам не пригодится, запомните, вы всегда можете это продать. Подождите, а я здесь не был, да? Да, я здесь не был. А это оазис, ой, а там лодка и главный босс. Главный босс вот этих ящеров. Так, сейчас мы соберем тут немного. Я почему-то сюда не пошел, странно. Реально странно. Но здесь, да, здесь вот пара сундуков есть. И главный ящер лежит прямо... Ты что делаешь-то? Ты что, не можешь тут пройти, что ли? Ну, давай вот так пройдем. Вот один из ящеров, но это фигня. Так. Не хочу палиться. Я просто хочу пока пособирать тут все, а потом уже начнем палиться. Там у них куча ресурсов. Если мне память не изменяет. Так, давайте сразу же начнем ему задницу надирать.
А, тихо, мы тут не протянем на ящере. Тихо. Да, он, конечно, регенерируется от огня, но у нас огненный. Давай, завалили его, слава богу. Нас вода регенерирует, серьезно? Ну-ка. Вот он, главный, 28 уровень, а тут надо воды набрать. Так, где у нас фляга? Кто-нибудь видит флягу? А, вот она. А, надо в Голиаф зайти. Все. Так. Давайте облутаем скелета. И лодку. Лодка. Там еще что-то заныкано было вроде. О, черт. Давай, 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 давай. Сейчас будем сражаться с ним. Благо, мы льдом атакуем. И плевать на воду, вода нам ничего не делает. А вот, смотрите, мы его станем. И за это еще и урон дополнительный ему наносим. Давай, 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 давай. Главное... О, черт, он нас чуть не убил. 28 уровень, его надо убивать по-любому. Так, укрепляемся. Мы ему тараном много урона наносим. И благо, что мы не горим. Если бы горели, то мы бы его регенерировали. Да, достижение готово. Поделитесь своим... знанием. Ясно. Так, вот еще один сундук. Сундуков тут много. Вот на этом острове очень много сундуков. Ну, не на самом вот этом. Так, тут вон сундук, кстати. Пушка. Пушка, пушка, пушка. Так, стоп. Кто из вас морозный, а кто нет? А, ладно, дадим обоим. Потому что здесь вот еще сундук. Да, и где-то здесь... А, и с другой стороны сундук. Но тут у нас дружище. Ну ладно. Так, застанем его и возьмем вот этого. Начнем сейчас его выносить быстренько. Давай, 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 давай. Ты серьезно? Хотел меня вот так вот тупо убить? Так, это у нас пушка для деревянного Голиафа. Да, и, кстати, каменный здесь гоняет быстрее по пустыне. И это хорошо. Так, собираем все ресурсы. Можно еще, в принципе, одного убить. Как бы... Да, я знаю, что его это регает, но... Как бы мне все равно. Я его и так убью. Так, все, мы получили все, что хотели. Давайте посмотрим по карте. Не пропустили мы ничего. Два там, два тут, два тут. Да, все правильно. Все, теперь нам надо на базу ехать. Кстати, лис нам ничего не скажет? А, нет, ничего нам не скажет. К сожалению. Так, там ребята уже свалили. Не хочу я с ними сражаться. Они мне... В принципе, мало опыта дают. Но у меня уже 23-й, поэтому как бы нафига вообще с ними сражаться. Они вроде сейчас эти сундуки 2 должны открыть мне. Смотрите, какой гигантский ящер. Это ведь... А это крыса ведь. Зеленая, гигантская. Так, наконец-то, почему так долго? Ты нас жаждой заморить собрался. Держи, не стоит благодарности. Так, наверное, это обезвоживание сделало меня таким раздражительным. Я глубоко извиняюсь. Принимается. Как главный босс, я отменяю тот приговор, который мы вынесли тебе, пока тебя не было. Так что мы не будем сажать тебя на кол и сжигать. И потом еще забрасывать камнями. Вот уж спасибо большое. Теперь, когда с водой вопрос решен, мы готовы идти. Так, ну это понятно, крысы... Подскакивают, но тут же издается стон
и падают на землю. Ох, я был неправ, я все еще чувствую себя ужасно, потому что... Поэтому должно произойти с мудрым, могущественным боссом... Так, всех крыс. Почему же столько рука судьбы, почему? Так, я помогу вам дойти. Ты спас наши жизни, мы в долгу перед тобой. Так, следующая пустынная скалопендра, которую мы поймаем и зажарим, достанется тебе. Ха-ха, спасибо. Так, вы мне лучше сундуки откройте, придурки. Ага, да, все ясно, больше заданий у него нету. Из-за того, что, кстати, мы нагрелись, смотрите, мы двигаемся в пустыне быстро. Так, ну это понятно, теперь каменного будем использовать. О, крысы! Это хрень непонятная. О, у них кости есть. Круто. Иди сюда. Давай, давай. Так, стоять. Ты чё, страх потерял? Готово. Так, серьезно, сундуки? А не, мы там все забрали. Все, пошли на базу. Достать оранжевые микросхемы, да? Так, мы тут вот немножко пособирали всякого хлама. Естественно, надо это все рассортировать. Вот жалко, нету кнопочки, да, сортировать, и все ненужные предметы перемещаются в другие слоты. Какие как раз-таки нам и не нужны. Было бы просто шикарно. Так, этого здесь нету, этого нету. Морозных кристаллов этих мы не нашли. Так, вот здесь немного резинки. Ремней, точнее, а не резинки. Так, вот стали закинем сюда. Кремний, кстати. Ветки. Точно, ветки. Так, а в последнем у нас вот это есть. Дальше. Так, это руды. Это что такое? Бронзовая руда? Нифига себе у нас ее. Давайте переплавим тогда. А то, смотрите, у нас она есть, да, и чисто место занимает. А так мы сейчас все сплавим, и у нас проблем с этим не будет. Хоть место освободим в рюкзаке, да и в ящик сейчас какой-нибудь закинем. Вот в этот, например. Вот еще 33. Да, кстати, у нас уже все... Этот, забилось. А у нас что-то здесь было. Наверное, уголь. Давайте камень тогда скинем сюда. А хотя нет, давайте сотку стали. У нас, конечно, ничего не тратится, но все же. Так, 5... А, подождите, у нас есть место. Можем еще 49 закинуть. Хм, замечательно, замечательно. Так, есть что починить? Нет, разобрать тоже нет. Давайте, кстати, посмотрим. В экспериментах. Ну, деревянный мы можем собрать. Огненный нам надо поджечь деревянного голиафа в зимнем биоме. Я не знаю, как это сделать. Так, ну тут вот еще 4 типа голиафов. Так, с каменным надо убить 15 ледяных големов. Убить грабера каменным голиафом в режиме овердрайв. Понятно. Так, я тут полазил и узнал, что у нас есть суперспособность. Суперудар. Вот, который дофигища урона наносит. Особенно вот в этим голиафом. Это нужно на Shift и левую кнопку мыши. Он разрушает то, что вот мы не можем и так разрушить, то есть... О, кстати, блин, куст сломали. Ладно, фиг с ним. Так, я там еще кое-что выбил. Давайте-ка быстренько это закинем. Блин, слушайте, ну шикарная способность, если честно. Прям очень-очень шикарная. Так, сортируем. У нас где-то здесь камень валялся. Мы куда-то сюда вроде камень закидывали. Походу нет. Или... здесь сотка, да, все. Да, еще... Кстати, надо продать. Я там нашел пушки. Они мне не нужны, в принципе. Давайте торговать. Вот это и вот это. Нам не надо. Да и 2 кристалла можем продать. Он 30 тысяч. Ну, среди этого нам всего пока что ничего не нужно. Так, пошли в телепорт. Вернемся. Расскажем главному, что мы спасли главного. Оу.
А, подождите, это нет, это за микросхемами. Так, давайте тогда на этом пока что закончим, продолжим уже в следующей серии. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Артём. Всем пока!